Всем привет, с вами рубрика Лайфхуши от Павлуши. Это новое видео на канале Гаджетмания. Я начинаю, сейчас мы идем за Galaxy S10e по очень интересной цене. Поехали. Многие из вас знают, что линейка Galaxy S10 это три смартфона: S10, S10 Plus и S10e, флагман так называемого начального уровня. Но почему начального? Точно такой же процессор, все очень хорошо с оперативной памятью, меньше экран. Да, в принципе, все. Ну, две камеры основных. А в основном-то это такой же, в принципе, флагман 18-19 года. Только за более низкую стоимость. Ну, как сказать, за низкую. 47 тысяч рублей или 50 тысяч рублей, сколько за него хотят в компании Samsung, это достаточно большие деньги. Поэтому разные всякие ритейлы придумывают всяческого рода ходы для того, чтобы привлечь к себе покупателей трейд-ином, скидками и другими условиями. Сейчас я постараюсь приобрести телефон за 25-27 тысяч рублей. Что для этого надо? Надо очень просто. Нужен смартфон, который вы сдадите в трейд-ин. Список будет по ссылке в описании. Надо купить аксессуар от 400 рублей. И вы гарантированно получите скидку 10 тысяч. Плюс 10 тысяч. И еще стоимость выкупного смартфона. Ну, как правило, она небольшая и колеблется от 1000 до максимум 5000 рублей, если у вас телефончику пару-тройку лет. Поэтому от стоимости 47 тысяч рублей минусуем 27, получаем честную цену, то есть примерно ту сумму, которую я сказал. По-моему, я запутался, в какой сумме я сказал, но суть в том, что за 20-ку до 30-ки этот смартфон просто топчик. Чтобы вы понимали ситуацию, только при старте продаж, когда только Galaxy S10 и его собратья начали продавать S10 и сравнивали с iPhone XR, то есть, в принципе, с достаточно крутым устройством, которое долго держит батарейку, которое само по себе является экосистемой Apple. И компания Samsung так и позиционировала 10i, свой флагман начального уровня, ненавижу это слово, но типа положено так говорить, хорошо, мини-флагман, причем неурезанный мини-флагман, было принято считать прямым конкурентом. Так вот, собственно, в чем суть видео и суть покупки? Во-первых, попробовать, работает ли система. Конкретно я буду покупать в МТСе. Полные правила акции по ссылкам в описании проходим. Заказываем, если актуально, до конца октября все это будет действовать. То есть у вас примерно плюс-минус несколько дней для того, чтобы воспользоваться этим предложением. Далее, то есть мы получаем смартфон, который когда-то и до сих пор позиционируют как конкурент, прямой конкурент iPhone XR, но при этом мы его покупаем за какие-то скромные деньги. Еще нюанс. Условия к трейдину, список моделей, о котором я говорил ранее, он на самом деле достаточно богатый. Ну и ключевые позиции. Нужно понимать, что если у вас нет телефона на руках, вы можете его купить на Авито, допустим, условно там от 1000 до 3000 рублей, и сдать его, чтобы получить выгоду в 10 тысяч. Даже с условием то, что вы потратите деньги на бэушный там iPhone, вы в любом случае получите выгоду, пускай в 7 тысяч рублей, то есть как-то так. И, кстати, я снимаю на Huawei P30 Pro, это видеосъемка передней фронтальной камеры, зацените, как снимает, я не знаю, как пишется звук, очень ветрено на улице, картинка может быть дерганая, поэтому, как бы, и руки мои кривые, и, может быть, телефон где-то накосячил, не обращайте внимания. Еще один лайфхак, даже если вам не понравится этот смартфон, я имею в виду, сейчас пробегусь, Samsung 10e, за эти деньги вы можете его, в принципе, вы, допустим, попользовались неделю, поняли, что это не ваше, и за эти деньги вы можете его скинуть на Авито в плюс, к примеру, 5000 рублей, и в случае чего обратно вернуться на экосистему Apple или вообще купить что-то другое. То есть в любом случае ваша, скажем так, ситуация подстрахована со всех сторон. Еще один маленький нюанс. Значит, если вы прочитали правила акции, и я вас уверяю в том, что я попробую сейчас проверить совместимость трейдина и покупки аксессуара дополнительной скидки, прямо на сайте это указано, но в магазинах некоторые неопытные продавцы или продавцы, которые пытаются вам накрутить стоимость аксессуара выше, вы должны четко понимать, если в случае чего, просто-напросто звоните на горячую линию, я думаю, там быстро все разрулят и никаких проблем с этим не будет. То есть сдаваемое устройство, дополнительный аксессуар от 400 рублей, это может быть пленка, кабель, чехол, без разницы. Не ведитесь на аксессуары стоимостью
2-3 5 тысяч рублей, иначе теряется коммерческая выгода. А теперь немножко о том, что я хочу. Все-таки какой Galaxy S10 и я хочу себе приобрести. На самом деле выбирать пришлось всего из двух в наличии цветов. Это желтый и Onyx Black, то есть черный. Но я посмотрел видосы, черный не такой черный, он больше в степени графитовый. Плюс это глянец, переливается на поверхности. Наверное, все-таки и продать его будет легче, чем желтый оттенок. Поэтому выбор пал на черный цвет, Black Onyx, и попытаюсь взять его. Сейчас иду в магазин. Как только выйду с магазина, сразу вас наберу. Не стал до конца записывать видео на улице. Что в итоге? В итоге примерно час ожиданий. Вот такой вот аксессуар я выбрал. В принципе, нужный. 3,5 на 3,5 в машину. Хотя у меня машины нет, но может быть в путешествиях пригодится. Ну и, собственно, вот сам чек. Итоговая сумма у нас вот такая вот. И телефончик полностью в блистере с пломбами. РСТ, 2 года гарантии. Кстати, можно дополнительно применить кэшбэк, и вы получите до 1000 рублей выгоды, если пройдете по ссылкам в описании. И также можно еще дополнительный кэшбэк получить от ваших карт. Все зависит от того, какой картой вы пользуетесь. Следующее видео будет по непосредственно распаковке всего этого интересного комплекта. Поэтому большое спасибо, что посмотрели это видео до конца. Обязательно подписывайтесь на канал. Если досмотрел до этого момента, пиши «Дональд Дак». Ставь лайк, если понравилось, дизлайк, если не понравилось. В принципе, я считаю, что эта акция очень годная, и продлится она не совсем долго, поэтому я заинтересовался, и почему бы не заинтересоваться вам. Если было полезно, пиши комментарий. Как всегда, совсем скоро увидимся, у меня есть что вам еще рассказать. Всего доброго, пока-пока.